Так, идет процесс. Уральская усадьба разгружает образец. Павильон 3M New. Вот 3 метра шириной, 2 метра в длину. Разгрузим. Закручиваем фундамент. Прогоны. Каркасу. Карки с одной стороны. И переворачиваем с другой стороны. Отверстие уже просверлено. Только вставить саморез и прикрутить. Собрали дверь цельную. И в ней делаем форточку. Намечаются шарниры, навесы. Получится форточка в двери. Так, форточка встала в дверь. Теперь будет открываться. Прикрепляем сотовый поликарбонат вертикальными сотами. Закрепляем к одной стороне, чтобы он у нас не ушел никуда в сторону. Клеим ленту для защиты поликарбоната. У нас собран торец. Уплотнитель торцевой по верхней части идет. Также дверь с форточкой и сверху уголок отлив. Сейчас берем арку, перевернут и закрутят. Прикручиваем его к центральному арке. Прокручиваем поликарбонат. Теперь аккуратно обрезаем. П-образный профиль защиты поликарбоната. Если будет бетонный фундамент, то будет такой вот отлив. Возможно сделать его. С другой стороны мы ставим форточку в стене. Разрезаем поликарбонат в длину. И готовим форточку. Установили форточку в стене. Будем зашивать поликарбонат. Поставили один боковую, одну стенку с поликарбоната. Сейчас сделаем уголок отлив. Поликарбонат у нас получается внутри. И закрываем сотовый поликарбонат. Крепим ручку. Установка форточки в торце подгоняется и сейчас будет прикручиваться до конца. Докручиваем форточку. Форточка готова. Закрывается. Также открывается. Ставим обрамление. Вот такой уголок. Сейчас прикручивается. Закручивается саморезами. Установили один лист. Крышу сейчас подрезается и будет прикручиваться следующий лист. По
построили такой новый образец выставочный, который будет находиться на Камусийской 16А. Можно подъехать и посмотреть. 3 метра шириной, 2 метра в длину. В данном павильоне имеется дверь новая с форточкой. Также форточка в стене и в другом торце форточка. Теперь посмотрим повнимательней данную теплицу. У нас идут обрамовочный уголок. Поликарбонат стоит правильно. Все вертикально, соты. Сверху у нас перфолента с профилем торцевым для защиты сот. Имеется такой уголок. Дверки у нас вот такие большие, с большой форточкой. Открывается форточка. Также дверь с форточкой. Все это цепляется на крючок. Вот такой. И также закрываем дверь. Вот такие ручки у нас красивые. Все, дверь открыта. В другом торце форточка, рассмотрим. Также открывается полностью. И такой проем большой. Дальше в другом боку на стене форточка стеновая. Открываем ее. И можем открыть ее на крючок. Фиксировать. Вот такое проветривание. И еще одна есть фрамуга сверху для проветривания. Вот такая. Есть такой тяга такая. Фиксируем. И получается проветривание. Фрамуга надежно закреплена. Имеет две цепочки для порывов ветра. Также закрываем и наш шпингалет. Каркас наш 20 на 40 наружная труба и подпирающая 20 на 20. Арки в виде фермы соединяются из двух половин, получается целый арк. Арки соединяются прогонами в количестве 9 штук. Такая получилась большая, комфортная теплица. Как на фундамент из бруса, и также можно на ленточный бетонный фундамент, и можно сделать отливы. Приезжайте, смотрите выставочные образцы у нас на Камусийской 16А.